Yeah.
На месте. Бля, там нудовка стрим запустил. Сейчас. А, он что-то. Он в PS-ку вообще играет. Сейчас, блядь. Половина народу к нему перекинется. Эй. Так. Икс, что у нас тут? Какие у нас дела тут? Так. Что, какие дела, блядь? Качаться надо идти. Еще могут быть дела. Так. ГЧ, блядь. Качаться только ГЧ. Блядь, что-то музыка громкая, мне кажется. Или нет? А так тихо, блядь. Пойдет. Всем доброе утро. Всем доброе утро, кто заходит. Так, что у нас тут? Кто-то там фармит, походу. Так, ну чё, тащим водилу еще сюда теперь. Водить себе мобов. Как без водилы-то, блядь? Не, ну вообще очень легко без водилы можно водить. С водилы же поприятней. Так, а чё, ну ладно, я 50-й, на 50-м мне куда идти-то, блядь? Так. Забиндить сразу. Кстати, я все это время бил по нему массами, и он в щите антикрита, это же не работает, да, надеюсь? На маг масса. Работаешь только на геке, на пулике, да? Я надеюсь. Короче, надеюсь, что это не работает. Да, он, белка все, стоит. Сколько она уж тут стоит? Вчера она здесь стояла. Сейчас стоит фармить с 57-ми турами. Донжер, ты вообще должен мне водить мобов в 70-м сете в своем. Почему ты мне не водишь мобов?
Он же негодяй. Медальки мне походу не будут, да, падать опять. Вчера мне целый день медальки с печенья падали. Сейчас, наверное, опять не будут падать. Тогда это я буду очень долго качаться. Блин, я, кстати, не проверил квест. Может, у меня уже откатилось? Хотя вряд ли. Далек нету. Бля, можешь пройти проверить квест, Миш? Квест откатился. Да, пойду-ка я схожу. На всякий случай проверю. Я думаю, вряд ли откатилось. Еще, думаю, времени прошло. Что-нибудь, если я проверю. О, откатилось, ебать, заебись. Еще с орков делать. 15, было же 10, не? Уже 15. Тогда пойду сейчас ВК тогда лучше. Эти бананчики откатились тоже. Хорошо. Потише надо звук в игре сделать. А то я игру слышал больше, чем музыку. Так, тогда что, надо ВК идти? Сейчас я... Ой, а что я? 10 коробок же у меня есть? Есть. Так, диалог. Вот. 16 коробок уже. Руда. 3% капа еще. Хорошо. Привет. Крафт помер уже. Рифтаман, здорово. Ну, я не знаю. Я когда уходил, еще был народ. Я думаю, сейчас его там нету. Ну, это я так думаю. Я не утверждаю. Но мне кажется, что уже народу нету. Я буду ждать, когда он, короче, откроет себе этот low rate, короче. Когда это будет, пока неизвестно. Так, а никто не крив, не этот, не стримил. Стримил я, да, этот. Как его? Блять, скажи, я скажу. Стримил я и Хомо, по-моему. Террорист еще стримил, помню. Ну это, блин. Я думаю, что уже никто не стримит. И плюс я слышал, что там нашли какой-то баг. И типа квесты безоткатно выполняют на PvP, вот эти всякие. Безоткатно хуярят квестами. Бать, меня белка критует. Одноручкой. Моя же белка, блядь. Меня критует. Просто каждый удар крит. Каждый удар крит. Сука. Бан, жестко, жестко. Блять, как бы. Наверное, буду чисто лужу водить, короче. А это что за сервер? Ты бегаешь со своим твинком? Это РФ Банана. У меня же написано в описании. РФ Банан. И он открыт с мая. С 5 мая, по-моему, этот сервак открыт. Я на нем играл, и потом месяца 4 назад перестал играть. Сейчас вот снова вернулся.
Нет, белка это моя основа, а эта кора у меня просто осталась еще с тех времен, когда я играл. Я просто ею вожу себе мобов. Потому что я еще мелкий левел. И мне мобов тяжеловато водить. Я себе корой вожу мобов. Бля, стали хорошо, мне главное сейчас не откинуться опять. Ой, ой, хорошо встали. Бананчик, давно уже открыт, с мая месяца. Онлайн хороший, до сих пор. Тут раз на раз не приходится. Люди приходят, люди уходят, то есть вот так вот. Но суть в том, что здесь онлайн не проседает, типа особо. Он проседает только если открываются какие-то проекты новые. Да, типа, ну, типа топовых проектов. Вот, но это ненадолго. А может неделю, не, одну-две недели, и народ снова возвращается. Особо не проседает. Так можно сказать, что не проседает. А те, кто продаются, люди все равно покупают. Типа один. Типа. Не знаю, пачка продалась. Их же и купили. То есть просто тупо один. Замена, блядь. Просто персонажи остаются, просто игроки другие. И все. Поэтому онлайн не падает. Он не падает в онлайн здесь за счет того, что здесь играют не только русские ребята. Тут играют еще иностранцы. Поэтому онлайн не проседает. Так. А то здесь мои белки качаются. Нет, одна красная точка. А зеленая. Тут какой-то лоурейт, я смотрю, ты пачку убил и уровень не взял. Ну, понятное дело, нихуя себе уровень. Я уровень не возьму. Нет, здесь рейты X10. Но с мобов выпадают вот такие вот медальки. Они увеличат опыт в зависимости от локации. Типа здесь, в ВК, они увеличат опыт на X2. Там в локации выше выпадает 2,5. Максимум выпадает X3. То есть максимум можно развить опыт до X30. То есть вот так вот. Тут, чтобы взять максимальный левел... О, Непка. Здорово, Непка. Смотри, где играю, Непка. Вернулся. Вернулся. Спустя сколько? 4 месяца получается где-то. Так, мне нужны только орки, я драков вообще не хочу собирать. На бананчике, да-да-да. На старом добром бананчике. Ты прав. У меня кора осталась, а корой себе вожу мобов. Чтоб попроще было. Сам на крите бью мобов. С нуля начал. Я мог и продолжить играть за кору, типа 66-й ББшник кора. Но уже одетый, тут Леон Попа, плюс 6-я. Бежа есть, шмот есть. Но типа я не вижу смысла играть за кору. Они типа здесь доминируют жестко. Они типа две расы ебут. И это неинтересно. И Цербак? Слушай, пока не знаю насчет Цербака ничего. Я написал там админам Цербака. Там типа за стримы ничего нету. Вообще ноль бонусов. И просто так тратить время я не хотел бы. Только если тупо РМТ-ши заходить. И все. Максимум что. Ну я, блядь, я прям так жестко сидеть играть ради РМТ не очень люблю. Не знаю, пока ничего не могу сказать. Еще время есть подумать, пока подумаю. Бля, вот здесь медальки зато падают, пиздец. Бля, а чё музыка такая громкая, блядь? А делаю потише, тихо, блядь. Так. Бля, да тут кач получше, чем в этом, блядь. Чем в ГЧ.
И медальки при этом падают. Так, а орки-то большие рестлеры, серьезно, весь. Ладно, буду собирать себе всех мобов. Пока медальки еще и качаться. Лейнбэк. Ясненько, ладно, пойду в магаз. Давай, давай, возвращайся потом после магаза на стримочек. Не забывай, не бросай меня. Блять, окна, окна. Так, блять, не, мне не нравится, как стоит. Ура. Дальше пройти, блять, драки криво стоят. Так пободрее, да? Да, так получше. Нужно их теперь поставить. Все, нормально. Так получше будет. Ладно, сейчас квест на орку сделаю. Посмотреть, сколько у меня тут бананов. А, ну вот, рифтаман, я, если ты еще тут... Если тут, дай знать, я не договорил по поводу опыта. Кача, типа. Это есть еще свои фишки. Так. Что-то я не понял, идет опыт, не идет. Особо не посмотрел даже. Что-то сыпет. Так, рифтомана нет. Ну ладно. Что-то не понял, сколько тут орков, блядь. Должно штуки 4 орков быть. Сосчитал, блядь. А. Ага. Так, ладно. Ну-ка, 38, 38,5. Сейчас резнутся все мобы. Я посмотрю, сколько под медальки будет. Что-то резнулось мало. 38,5. Сколько у меня медалька действует? До 49 и до 52. А, нормально, успеваю. У меня типа тут уже сколько? 30%. Короче, сколько? 12. Короче, около 50%. Сейчас еще квест сделка 50% у меня будет. Могу заточить. Но я не хочу заточить, я хочу эти капы выпить на 50 левеле. Чтобы быстрее апнуть 51. И уже идти на кошек. Блять, это надо это. Узнать, что надо. А, где орки? Давайте резайтесь. Один орк резнулся большой, и все. Я хочу всех собрать. Всю пачку собрать и посмотреть. Может, мне лучше и здесь стоять. Потому что-то, блин, с этих... В ГЧ стоял, вообще, ну, просто не падают медальки, очень плохо падают. ВК как-то получше. Короче, сделал музыку себе погромче. О, орки резнулись, отлично. Собираем. Собираем. Так, надо всех собрать. Всех-всех-всех. И маленьких, и больших, и всех драков. Просто проблема будет в том, чтобы их поставить нормально. 4 драка будет. Вот один уже криво встал. А, ну хотя нет. Если сейчас я встану сюда, вот так вот. Сильно они криво встанут. Да не, не особо. Можно даже еще чуть-чуть подвинуть. Вот так вот. Оп. Так будет нормально, да? Поехали.
Сколько у меня было-то, блядь? Ну, пусть будет 38,5, короче. Точно не помню, сколько там было. Пусть будет 38,5. Да, вон еще медалька упала. Сейчас с каждой пачки медальки падают. Еще одна медалька упала. Блять, неправильно постанул. Ладно. Разберемся. Как Ластик сделал. Тридцать восемь с половиной. Ох, сколько медалек насыпало. Само сойти. Что-то выпало, медалька выпала. Ой, не медалька, а это. Ну, другая, короче, медалька. Так, ну пока так вкусно, надо идти в ГЧ. Или стоять уже здесь. Мне очень интересно, сколько в ГЧ мне упадет, пока медальки свежие есть. В ГЧ, короче, идти, пока есть свежие медальки. И протестить. Сорок один и шесть. Напишите кто-нибудь это в чат на стриме 41.6. Не потерять. А то в этот в общий чат писать из-за торговли потеряется. Напишите кто-нибудь. 41.6%. Так. Все, веду водилу, сразу собирать начну. Я же не пиздец, никакой стрегой здесь. Все. Понятно. Так, поехали, 40. Блять, сколько? 41.6, напишу сам, короче, 7 лень, что ли? Все. Надо было еще качать в этого фармера параллельно. Я что-то этого не сделал. Не стал делать. Ладно. Потом, может, мяву куплю какую-нибудь. 51-ю, 50-ю. Каких там будет достаточно для фарма? 50-ю, 51-ю руки. Буду фармить. В окне. Ой, 0.3 за массу уже прилипло. Да, ну под медальках согласен, здесь гораздо ближе. Блядь, не ходить между медальки, не убивать каждый раз. В ВК бегать. Не хотелось бы. Здесь просто что-то вообще не сыпет. Ну, по крайней мере, мне еще ни разу не упала медалька в ГЧ. Сколько я здесь стою? Вчера стоял. Сейчас вот пару пачек. Убил, медальки не падают. Здесь прилипло уже хорошо.
там же опять не упадет медаль, да? Я думаю... Не, ну я респ еще один, наверное, не успею завалить. Потому что тут респ... Что-то это... Долгий, по-моему. Ну ебать, уже сколько почел до хуя. Ёпта. 10% нахуй. Хуя себе. 10% качал. С какие у меня? До 58. 5 минут у меня есть. 6 минут у меня есть. Бля, они не резнут за это время. Бля, а чё тут до 51 типа стоять? Или на 50-м есть где-то еще кач? А, есть же эти. Кланы, да, эти же есть всякие. Можно же пойти в З, наверное, да, на кланов. Там богомолы, кланы. Как вариант. Они же с 50-го, по-моему, да? Не с 51-го, надеюсь, с 50-го же. Кошки с 51-го. Бля, какие еще есть квесты? Два квеста только, да? Это которые два раза можно делать. Раз в 12 часов, или во сколько там? Два квеста же, да? У героя и у хранителя. И все, больше же нет квестов? Или еще есть какие-то квесты? Ну вот на опыт, на коробки вот эти. Или всего два, больше нету? Я уже не помню просто. Нифига тоже. И охота сейчас заходить на сайт, неудобно. И читать. Респ не хочу проебать, чтобы успеть еще один респ под медальку убить. Еще десятка процентов слутать бы. Ну, у героя и у хранителя. И все. Два куста. Или еще где-то есть. То, что у героя, у хранителя, я их сделал. Больше нету? Все, два куста, да? Больше нету. Ну и харда, понятное дело, с 50 левела. И все. Донжер, иди, бля, в 70-м с этим мобов не води. Я тебя буду как столба использовать. Так, респ. Еще одного проебал, это зверя. Ну, алло, блядь. Да, это белка со вчера стоит. Ее в натуре за всю ночь не убили. Весь вечер. Я в один с вечера ушел, белка стояла. Фармила. До сих пор стоит фармит. Как только я сказал Донжер, иди Вадим мобов, мне Донжер пропал моментально. Все. Донжера здесь с нами не было. Спаси, сохрани его. Пропал. А, ты в БЦ, блядь. Да я это, я же еще... У меня же кора осталась. С моей прошлой игры здесь. Я этой корой себе мобов теперь вожу. Чтоб попроще было. Я поэтому не смотрел, была с белки. Я на коре мобов собирал. Ты в соло БЦ? Или в патийный БЦ? Пати. Я вчера попробовал коры сходить в соло БЦ. Ой, НЦ. Я что-то это... Короче, я не стал проходить до конца, это заняло бы много времени.
Я просто не думал, что она реально как полная циты будет. Она же соло, типа, у меня ПБшник в соло. Долговато проходить просто. Я решил до конца не до это не доходить, потому что я был на стриме, я хотел просто потестить. А окна переключать не хотел я на стриме. А, ну все, и медальки заканчиваются. И медалька не выпала опять. Нафиг его знает. Пасет, как будто кто-то меня. Так, а чё в донжене? 50-м мне чё, идти в З на этих... На кланов, да, наверное? И богомолов, да, вот эти? Они с 50 уже? Не, на них идти на 50-м. Суаль, фанты, да, можно еще кси, которые... Которые тоже в З. Богомол с 52-го. А кланы... Кланы тоже, что ли, с 51-го? Кланы же с 50-го, не? Так, я пока не читаю, я собираю мобов. Потом почитаю. Вот все медальки, которые я выбил в ВК, они все закончились. И тем временем в ГЧ она так и не выпала медалька. Вот без медалька 10%, короче, кач. Шел с пачки, которая собирает, 10%. Без медальки, по-моему, процентов 4 будет сейчас. Или 5. Что-то такое, около 5%. Может, на туре бегать, блядь, на гоблинов, блядь, убивать медальки. Каждый раз так бегать тогда. Так, там жаба скорее, да, или 53, или 51 кланы. Блядь, заебись. Чё, блядь, на кси, значит, идти? Качаться. Там и эльфанты, и кси. Они же вроде с 50-го. Ну, эльфанты, может, с 51-го. Это не страшно, зато с них педалик больше падает. Наверное, так пойду. Ладно, потестить надо будет. Но здесь стоять я точно не хочу. Может, тут медали вообще не хотят падать. А, мне вкачать, по сути, не так много надо. У меня этот тут, бананов. Достаточное количество. Пол левела, считай, бананов. С квестов собрал вчера. Не стал их вчера хавать, типа, решил их оставить и на 50-м все выпить. Я же на 50-м смогу их пить. Они 45-50. То есть на 50-м я смогу их пить, по идее. Если я надеюсь, не ошибаюсь. Будет очень обидно, что нет. Смогу же, да? Донжер, скажи мне, пожалуйста. Включай 50, я надеюсь. Так-то у меня тут сколько? 37%. Плюс еще 9. Ну, грубо говоря, 40%, почти 50%. Бля, так и не упал, ну это, бля, это сука. Можешь выпить, нахуй, 50 апнуть и пойти уже не туда сразу. Здесь вообще не падают медальки. Или идти, пойду я, короче, медальки выбивать. Короче, выбью медальки и приду. Так будет проще, блядь.
чем вот так вот, блин. Там хоть кое-как буду качать, и будет кое-как. Хорошо бы прям сразу с первой же пачки, чтобы медальки выпало, и сразу пошел. Было бы прекрасно. Но нет. Еще Кора входит. Кора. Кора пошла в очко. Мои гоблины. Сагрил двух гоблинов, убежать от них не может, блядь. Да, бесполезно то, что я пришел сюда выбивать типа медали. Наверное, бесполезно, что я так по ней пришел заниматься. Сейчас бы там просто мобов собирал, ну по 5% бы получал, допустим, типа. О, две медальки сразу слупил, блядь. Сходу, блядь. Побежали, блядь, побежали. Должен успеть два респа собрать. Это только должен. Да, нихуя у меня какая задержка охуевшая. В смысле осколок нужен? Разве есть голубой осколок для ГЧ? Я видел только красный. Так, ладно, пусть. Такое пришлось прожать. А, мне показалось, скоро кто-то пиздит. Никто не пиздит. Все, побежали. Бля, так много голды накорил. Че с этой голдой делать? 16 голды на коре. Куда ее девать? Продавать Т5 за бананы? Покупать Т5 и продавать их за бананы? Столько так, я хер не знает, на что их еще тратить. Перекинуть их нельзя. Ничего нельзя. А ПВП здесь не сделали? Ну, за ПВП ничего не сделали. ПВП также, да, не актуально. Или что-то замутили, добавили все-таки. Покупать Т5 и продавать за шоп, верно, и на белку шоп сливай. А сколько Т5 продает? Ну, сколько Т5 вообще стоит? Ну, типа, в шопе Т5 стоит 500 шопа. Типа, я могу продавать, например, те же самые две коробки, да, за 500 шопа. Ну,
типа две коробки Т5 на 500 шопа, да? Блять, а как я умер? Блять, ну вот это проёб, нахуй. Ух ты ж, блядь, нихуя себе меня втащили, блядь. Где реслоки? А, у меня нет реслок, блядь. Точно, я про это забыл, тут же нет реслок. Они только выпадают с коробок, могут выпасть. Бля, я забыл вообще про это. А я хочу, блядь, мобов специально ударил, чтобы это... Чтобы это, короче, резнуться и мобов заливать. Да, ну вот это я проебал. Бля, как они сорвались? Вот все было нормально, и все равно сорвались мобы. Мне вот интересно, как это вообще происходит. Какого хуя они сорвались? Очень, блядь, интересно. Блять, стоят, пиздят меня тут. Так, Донжу, ты мне так и не ответил. Почем ты 5 вообще, типа, можно продавать? Типа, две коробки Т5, наверное, да? Типа, 500 шопа. Наверное, так? Или как? Опять кривовато бафуется. Все. Так, где мои? Я не потерял очки. Хорошо. Бля, время проебало, к сожалению, блядь. Не получится 2 респа под одну медаль привести. Один респ, только вот этот добью и все. Второй не успею. Так, думаю, мог бы 20% сейчас получить. Вот так медалька не упала. И 15 минут, 3 минуты осталось. Да. И там респа нету еще. Угу. Ну, это значит по 5% плутать. Бля, страшно. Пойду перекурю, все равно я под медаль не успею. Пока рез мобов, пойду перекурю, сейчас приду.
Даже еще не убили. Неожиданно. Еще они как будто не все резнулись. процента мне, посмотрим сейчас без медальки. Где-то 79% должно стать у меня без медальки. По идее. А тут разрыв 10 левел, да? Типа в пати ко мне может вступить, если я буду 50, только 60, да? На харду, если на 50 левеле пойти. Не получится, да, пойти к те, кто 60 плюс. С теми, кто 60 плюс, точнее. С премом? Ну я с премом. Ну типа, если все будут с премом, то можно 65, да, максимум, наверное. Или что? Или что ты имеешь в виду с премом? Бля, ну вот вообще не падают, блядь, медали здесь. Даже 70, даже 5% я не качал. Я точно знаю, если я 70, то ко мне могут с 55-го. А, ну на, да, вот, ну значит 65-й максимум, кому я могу вступить. Блин. Тяжко, на 50-м харду не поделал даже особо. Блин, медаль не падает, мне это напрягает. Изи можно делать? А как я на 50-м левеле буду делать изи? Меня мобы там в тычку будут убивать. А, ты имеешь в виду, где на шуте? Шуте там пиздец, они же, блядь, очень жирные эти шути. Они толстые, блядь. Я помню, я как-то пытался на них делать. Они вообще жердяи. Не дамажат? Нет, по-моему, там какие-то шути были, которые, блядь, мне ебашили... 4-5 тысяч в какой сет-то? В 53-й сет, по-моему, или в 55-й сет. С банкой все против. С какой банкой? Банка это кто? Мява, типа? Что за банка? Да не, надо просто найти людей, кто пойдет. До 65-го левела. Просто харду надо с 50-го делать. Будет заебись. Ну у меня это чисто водила. Чисто водила. Им типа собирать.
И на крите сидеть, бить мобов только так. Но меня, блин, напрягает вот это, то, что я вот сколько стою здесь в гиче, мне вообще не падает медаль. ВК пошел, просто одну пачку ВК убил, мне сразу медаль упала. И не одна причем. За три пачки мне упало 6 медалей. А здесь еще ни разу не упала ни одна медаль. Я вчера здесь стоял, качался, сегодня вот стою, качаюсь, ни одна медаль не падает. А бегать каждый раз, типа, тоже такое себе, выбивать медаль, типа, неохота заниматься этим. Пока там я выбью медаль, пока вернусь обратно, я здесь, в принципе, могу рез побить. И она то на то и выйдет в итоге. Дедок-то, блядь. Ты тут до 24-го? А чё 24-го? Цербак, что ли? Я ещё не знаю, пойду на цербак или нет. Я ещё не решил. Все равно цербак там на месяц подержится хороший онлайн, и потом все обратно вернутся сюда. Все как обычно. Поэтому еще пока не знаю. Ну так это всегда много народу, много гильдий, это всегда так. Туда всегда много людей приходит, это я знаю. Вот опять ни одной медали. И не идут, потому что там будет неделю. Чё, по 20 часов? Я не знаю, блядь, я не вижу смысла туда идти. Особо не вижу смысла. Я не знаю, может пойду. Я ничего не решал еще даже. Даже не думал. Я еще не знаю, что будет к тому времени там и так далее. Туда нужно очень много времени убивать, а у меня этого времени, по сути, нету. Туда идти РМТшить, но туда, чтобы РМТшить, я тебе говорю, тоже нужно очень много времени. Убить нужно много времени, как минимум, чтобы качнуть там какой-нибудь, там, не знаю, 40-й левел, 45-й, чтобы там как-то фармить, что-то делать и так далее. Поэтому я пока еще не знаю, что я буду делать. Надо дождаться полного описания, чтобы понять, что там вообще будет происходить. Типа просто для стримеров там ничего нету. Там вообще ноль бонусов для стримеров. Вообще ничего. Ни рефералов даже нет никаких. Вообще, то есть ничего там. Сейчас, ребят, прочитаю, что там пишет. Сейчас мобов добью. То я не хочу откинуться. Я мискликну, массу не дам и откинусь, блин.
Блин, сколько я респонс здесь убил, у меня медаль вообще не падает. Хотя до этого я помню качался, когда еще начинал здесь играть, медали падали. Были медали. Вот опять нет медали. Чё, вроде говорили, что автолут будет только с 50 левеля для турщиков. Ну, прошлый цербак он сделал с 53 левела. То есть, блядь, хер его знает. Окей, все пойдут просто РМТшить на мяву. И все. Да вроде идет процент. Да идет, нет, процент идет. Процентов по 4 примерно за вот эту пачку, которую я собираю. А с медалькой по 10. Есть как бы разница. Хочется, конечно, каждый раз по 10% лутать. Я бы уже давно апнулся. Что-то акры активизировались. Смотрю, акры тут. ГЧ поприходили. Просто у меня вот есть бананы там. Где-то примерно на 50%. Сейчас я вот с квестов копил, не тратил. Нет. Два раза сделал квесты, вчера и сегодня. Там почти 50%. Но я их не хочу сейчас хавать, я хочу их на 50 левле схавать, чтобы быстрее апнуть 51. И уже и пойти на кош качаться. Не вижу смысла того, что я это сейчас сделаю. Я вот не знаю, на ком мне качаться на 50. Вот это да, вот это проблема. Я не понимаю, на кого мне идти. Идти в Z на этих, на Кси. Или прям на Илан идти на Кси. Что папну сейчас 50-й. Ну вот я добью этих мобов. И мне нужно будет еще 2 респа где-то. Может быть 2, может даже 3. Если там останется 1-2%, то я, наверное, один банан захаваю просто. И все. Без медальки, ой, с медалькой тут 10% я получил. Я пошел в ВК, выбил медаль, вернулся, вот, за пачку 10%. Я, типа, под одну медальку успевал 2 респа привести. Считай, 20% сходу. Ну, 90%. Ну, по сути, да, это где-то 2 респа еще надо мне привести. Может, даже 3. Так, шипоголовы резнулись. Ротозвери. Это какая-то часть резнулась, какая-то нет. Непонятно. Соберу, что есть, похер. А 4 моба всего, опять. С этой стороны 4 моба. Бля, надо было посмотреть другую сторону сначала.
тоже, блядь, не все реснулись. Ну ладно, похуже. Убью тех, кто реснулся. Че толку стоять, ждать, пока все реснутся? Хотя все равно основной опыт мне, наверное, идет с этих вот шпоголовов. Я так думаю. Они же 49-е. Ну вот один этот остался. Стоять его полдня бить. Не, хуйня, надо было всех дождаться все-таки, блядь. 1.5%, блядь, получилось. Так, вот сейчас вроде все резко. Да, сейчас сервис, сейчас нормально. Будем всех собирать. Так, вот тут что, никого нет? То есть никто не резался здесь. Обычно всегда там 2-3 моба могут стоять, тут 0. Ну и пусть не. А, ну получается, что вот этот респ убить. И еще один. Тогда я ап на 50-й. Сейчас посмотрим. Добью сначала респ, посмотрю, сколько у меня будет процент. Может сейчас это. Банан захавываюсь. Останется проценты 3. 3.5. Ну, норм. А чё за палка у тебя? 45-я плюс 4 крита. Чисто палку, ну, этот, на крит. Нет смысла на урон делать. Я же качаюсь. И 50-ю палку, если сделать тоже. Но я сделал интовую, обычную, тоже на, этот, на плюс 4 крита заточил. Блять, меня пиздит. Ну да, надо рез побить. Слушай, я не знаю по поводу Леона, я не спрашивал, я сейчас спрошу.
Блять, я забываю, что пишется не через все, а через АУ. Ну, я спросил, но не знаю. Мне вот 50-й сет, да, тоже критос. 47-й сет я, по-моему, сам себе сделал. Да. 50-й мне подарили. Бежу мне овер перв подарили еще. Ну, мне подогнали это, когда я только-только начал играть. И подписчик зашел на стрим и говорит, о, ебать, ты забил, типа, го, я тебя подгоню. И подогнал мне, короче. Не, ну не спорю, Сленка был бы заебись. Там же вроде откат, да, еще есть, если не ошибаюсь. Откат скиллов. Еще пизже был бы. Да тем более, да, это дело не в том, что там зажиточные, а дело в том, что им наоборот это должно быть на руку от того, что приходят новички и к ним в расу играют. Если они будут показывать какую-то дезмораль, эти новички будут просто тупо уходить за другую расу. Все. Ну, никто не написал, ни у кого нету. Ну, в Sony вообще ничего не продается. Я тебе говорю, я вот начал, когда забил, только-только начал. Ребята, которые играют за белых, зашли на стрим. Там подписчики мои, которые уже здесь играют, просто ребята зашли. Видели, что типа я начал заново за белых, начали мне всякую, ну там, всякие эти ништяки подгонять. Просто так вообще, типа. Ничего не просили взамен. Ну, в плане хлама, да, ну, никто ничего не написал. Я, типа, спросил, одна лампа написала, что, типа, минус у него нету. И все. Больше никто ничего не написал. Наверное, нет ни у кого. Карасик куда-то пропал, типа. Он мне дал кака, и бежу на начальное развитие. Чтобы мне было попроще развиваться. Вот, и он сказал, что типа мне кору поставит для качи ПТ. И пропал, короче. И я начал рыскать эту аккаунта смотреть. Лазить, искать то, что у меня там в блокноте записано. Искать, может, что найду. Я нашел кору вот эту. Я про нее вообще забыл уже. У меня акро еще какой-то есть там. Так, я и Апекс, хорошо. Подтверждено, что ж. Склянами, что-то. Три псионика, три ренегата, три шпиона, они обитают в лесу безмолвия. Это прикольно. А, кого-нибудь, или трех ренег-психоников, или трех пастырей, или трех шпионов, да, типа, по-моему, можно кого-то любого из них убить. Можно такие вкусняшки получить. Правда, тут заебись. Это надо сделать. Это же не распечатка? Или это распечатка? 0.1 опыта дает. Это, наверное, распечатка, да? А, нихуя себе. Ну-ка. Просто шлепну мобов, посмотрю. А, не, кач идет. Никакой распечатки нету. Не-не, нету распечатки никакой. Зачем брелок делать? Вот. Процентик пошел. Я моба ударил, процент пошел. А, КВ засчитает. Яшечки. Сейчас сделаю брелок тогда, да. Сейчас замутим брелок. Ну сейчас попробуем. Ну нет, я пойду сейчас ренегат хоть. Трех штук убью. Там, по-моему, любого уже можно убить. Не обязательно всех. Там любого из трех можно убить. На выбор.
Не, ничего не засчитало, не. Не, ничего не засчитало. Наебать меня решил, да? Короче, получается. Так. Да, вот. А. Я сделал релок, а получился один из двух. Может, еще релок надо? Типа один из двух был, стало. Давай еще один релок замутим, попробуем. Может, сейчас второй релок и засчитает, типа. Или нужно сначала, типа, один раз релок, один из двух подтверждено, и потом сделать мобов, и получится это. И засчитать, типа, будет два из двух подтверждено. Че, попробуем. Может, поможет. Но все равно надо сделать, там, фига, голды сколько дает. Это вкусно. Не, к сожалению, второй раз это не помогло. Жаль. Ну ладно. А, нет, засчитала. А. Заебись. Вот это прикольно, вот это мне нравится. Так, надо лишнее, блядь, убирать. Я не пользуюсь. Значит, не наебал, только два раза тебе прилог надо было делать. Блин, тут еще эта штука на бег, короче. 15 от секрета, а тут 20 от секрета. Ну да, плащик получше будет, он бег дает. Так, надо убирать лишнее. В этот... А голду можешь сразу всосать. Так, топы. Коробки. Медаль, покровы, медаль. Медаль, покровы, медаль получил. Так. Вот это убрать, вот это убрать, вот это надеть, вот это убрать, это все остальное ставить. Не, голд бананы не ем, братан, не. Ну, я их, точнее, не покупал еще. Вот эти бананы, которые у меня есть, это за кусты. Их же можно сейчас выпить. А, кстати, я их прям сейчас выпью, все равно на 51-м я уже выпить их не смогу. Посмотрим заодно, сколько процентов получилось. Да, голду коплю. Нет смысла сейчас. Там, если вдруг что, там, подкуплю бананы. Пока не буду покупать. Пока да. Пока можно сказать, что коплю. Так надо сделать. Проебать. Так сделать и вот так. Еще не допил банану. А почему нет смысла копить? Блядь, хуяси сколько? Я уже почти 51 апнул, блядь. 16% осталось. Да, я знаю, что каждые 2 часа нечетного времени. Да, это я в курсе. Это да, это я знаю. Лопата. У меня есть лопата теперь. 50 сет. Кстати, у меня доджи теперь 126. Хуйта. Че, мне 16% осталось скачать и все. Ага. И можно идти на эти, на кошек. Иди купи банан. Нет. Хочу. Не хочу, не буду.
Типа нет смысла их сейчас тратить. Их сейчас покупать. Маленькие совсем я еще левел, чтобы покупать бананы. Пока я еще маленький левел. Почувствую бананы серию. Они же каждый раз будут дороже. Я знаю, что они будут дороже. Я в курсе. Я дороже, и откат у них будет больше. Это я все знаю. Эти моменты я знаю. Ну, типа, смысл мне сейчас тратить на 50-м левле, типа, бананы. Сколько тут? 5%. Я могу купить себе, типа, 1% качать и 3 банана купить. Потратить сколько голды, блядь? 500 голды потратить, чтобы апнуть, типа, 51-й левл. Вообще, я хотел, типа, на 61-й плюсах начинать покупать. Процентов на 50-м. Так они все на 50-м 5% дают. Только тут полчаса использования. Типа смысл. Зачем мне тратить типа голду, чтобы потом полчаса ждать? Тут полчаса, тут час, тут полтора, тут два часа. Типа тут полчаса ждать. Цена типа 170 голды. Ну один, например, я схаваю и все. А смысл мне тогда тратить, если я просто на одну пачку мобов больше убью, по сути. И будет все то же самое. Поэтому я думаю, лучше не надо. Не стоит хавать. Так, пойду-ка я гляну этот. Посохи. Может, кто-нибудь продает? Или самому сделать? А, я не сделал, мне Т3-х нету. Чеха, оружие. Оружие, посох. Нихуя тут не продается, блядь. Обычный инта, блядь. Ну, можно, конечно, типа, для цешки купить, но, типа, блядь, нет. Я лучше с обычной интой, блядь, погоняю. Так, 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 так. Я забыл. Что надо в З? В З пешком, да, надо ходить? Так, а вот, а, за золотые очки, может быть. Купить ТПЗ. А подожди, а как в Z пройти? Только за шоп, типа? За шоп и за голду в Z только? А пешком можно сюда пройти или нет? Да, нет, что, да, нет. Короче, я так понял, что типа либо за голду, либо за шок. Судя по всему. Так, а чё, у меня на койре нет шопа. А мне выгодно шоп, а я там что-то очень дорого, 600 голды. Капец дорого. Так, а сколько стоит Т5? Вот у меня на коре есть 16 тысяч голды. Я вот могу, например, купить Т5. А сколько Т5 стоит тут? 500 шопа. Да. Что, две коробки, например, за голду купить и продать за 50 шоп можно, да? Короче, попробую за кор продать.
Ну, в магазине 500 шоп, а я продам две. Две коробки. За голду куплю две коробки и продам их за 500 шоп. Почему нет? Один голд банан, две коробки. Мне кажется, нормально, не? Почему нет? Мне кажется, что купят, не? Так, надо. Я, кстати, забыл вообще много чего сделать. Я в Дискорде даже не выложил этот, блять, какого. Ссылка на стрим. Ну а закрыв у вас как? Так, 40 сбера, 35 сбера коробка. А, я сейчас 35 сбера коробка. Бля, попробую сейчас проголосовать за сервер. Не знаю, получится, нет. Я просто голосовал, но голосовал за белых. Попробую сейчас проголосовать. Типа с этого. С этого аккаунта. Вот он, логин. Так, пари, голосуем. Ну да, могу голосовать, вроде как могу. В чате посох предлагают. Сева наркоман, бля. Севен, бля, наркоман, бля. Бля, да я отходя, блядь, в этом браузере лазил. Бля, медалик-то нихуя нет, блядь. Один. Один есть. Восемь медалек есть. Пойдет. В смысле, блядь, попробуйте еще раз в охуели. R, Q, D, C, 8, Q. Вот, проголосовал раз. Блядь, короче, отправка, голосую. Голосуем, отправка. Прокатило? Прокатило. Все, у меня есть шоп на коре. Я могу себе купить ТП буду. 6 ТП смогу купить. Нормально. Чё, неужели бесплатно мне подкинет? Делаю пока C из него. Из кого из него? Мне ничего не закинул еще. А, это еще надо тачнуть же его. Ой,
Окей, сделаем С. А, он мод даст, наверное. А, C-шный мод у него, что ли? Возможно, не знаю. Мне 2 плюс 4 дал. А, он решил мне чисто его сделать. Ашка сгорела. Ашка сгорели. Не, он не знает, что он даст, но он у него типа... Бля, у меня же есть 1 плюс 4. Бля, что-то я забыл вообще. Ну ладно. Сэшка плюс 4. А, еще и бабла подкинул. Так, пошел ашки покупать. Да, он сам точит, вот он. Заточил сейчас. Так, оружие типа 50-е. Где посохи? Сколько надо, блядь? Так. Я не буду много покупать, я буду покупать так вот по два и бегать. Вдруг у меня сразу зайдет. ДДшки я потом сделаю, сейчас сначала Цшки все сделаю, потом буду ДДшки. Сейчас через 2 минуты должно быть дерево еще, кстати. Если не ошибаюсь. Так, одна Цшка. Ну, 2 Цшки уже есть. И 3 Цшки есть. Так же, да, делается, да. Ордешка сразу. Медалька сгорела. Бля, я вспоминаю, как горят медали, думаю, ебать, думаешь. Да, медалек, возможно, не хватит, придется делать квесты идти. Да, походу. Да, медалек не хватит. И медальки осталось. Да, все. Остался я без медалек. Бля, одна медаль, один посох, одна медаль. Ха-ха-ха-ха, нихуя себе. Ой, бля, последняя медаль, посох остался, блядь. О, нихуя, можно такое даже теперь делать, да? Новый скин появился. Вот откат вам. Еще и кри дает сверху. А мне всегда нравился вот такой. Щух. Мне всегда нравится вот такой. Так, ну отлично, отлично. Так. Кэшка есть. Да, еще откат дает и вам дает. Еще и крит, да, сверху дает. Увеличивает крита, да. Хорошо. Так, я слышу, появился этот. Чепушилка. Под названием дерево. Хоть откат быстрее пошел. О, не намного быстрее, но быстрее. Неплохо. 4 голд коробки и 4 коробки с рудой. Пойдет. Так, что мне теперь нужно? Нужно качаться. Ну,
Так, 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 так. Теперь нужно вспомнить. Так, на ком мне сейчас 16% апнуть? Бам, я сейчас 146 доджа. Уф-уф-уф-уф. Мощь, мощь. Так, во-первых, что за шоп? Бля, дабл доп, он... Бля, дабл доп же где-нибудь может еще выпить, надеюсь, да? Я так не хочу его покупать за 3000 шопа, это пиздец. А, сейчас дерево подождать немножко. Сейчас все рассосутся от этих деревьев с локацией. А, откуда он может выпасть? А я не знаю. Может, может, я просто спрашиваю. Может, он может выпасть откуда-то? Вдруг может. Или он только зашел? Да, не может. Так. У меня получается 7 коробок, типа. И пяток. Вот так вот продам. Нет. Я же могу 7 купить. Могу. Вот так вот. 7 коробок за 3 ГБ. Думаю, нормально. Чего еще скоро? Окей. Ладно, хоть покрасивее выглядишь с этим посохом, мне нравится. Красиво. Кстати, можно малую цит уже, да, ходить до 60-го. Но я в 50-м, наверное, не пройду ее. В 50-м сете. Лучше в 60-м, да до 60-го копить. Соло. Соло малая цита. Потому что я пробовал, по-моему, за кору. У меня есть соло большая цита и соло маленькая цита. 61.70. Бля, я просто не... Я как бы могу попробовать сходить, но мне стрёмно, что я типа ее не вывезу и просто проебу все. Вот только из-за этого я что-то не очень хочу идти. Но с другой стороны, хочу попробовать. Типа, может, пох... Бля, кто знатки есть? Соло малая цита, которая вот... 50-60, я смогу ее сейчас пройти вот в своем сете, со своей пухой? Или не смогу пройти? Я хочу попробовать. А вдруг мне сейчас хуяка, блядь, сразу цит бежа выпадет? Всякое бывает. Так, отойду пока покурю, а вы мне напишите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас идти. Go away, girl, don't you stop.
сказал, да? Мне только я сейчас спрошу в расчате. Там земля эльфов, пачка белок качается вроде. А, хорошо, хорошо. Но я сейчас хочу попробовать НС. Хочу попробовать. Есть ли смысл зайду? Смогу я НС пройти или нет? Так, не смогу пройти, пацаны пишут. Окей. Так, что там в НС, да, люди есть? Ой, в НС. ВП, земля, эльфов. 50 швопа? Тут, блядь. Дорого. Ну, ладно, куплю себе. Один ТП куплю, блядь. Я думал, 10 швопа стоит. Пойду схожу туда, посмотрю, кто там. А я не пройду, блядь. Ха-ха, как я схожу, блядь? Я сейчас не пройду этих. Как их зовут-то, блядь? Тут же ракетчики стоят. А, я знаю, как я сделаю. Я помню, как я делал. Вот так вот. Шлёп. Побежали, побежали. Идите за мной. Под тапком, блядь. Не выдержу, да, я их, наверное. Мисс, заебись. А, тут красная точка патровская, блядь. А, патрус. Там Акор Патр, напишу ему, что он. Что он там есть. С ним можно договориться. Вообще, ну, я просто видел у Акров надпись, типа, что эти. Что типа у Акров с белками союз, типа, везде, даже на локациях. Может, он меня не будет убивать? Какие-то есть. Что-то у них тут кач так себе. Ну, я кинул пати, вот меня не берут в пати. Ну вот я кидаю пати вот этого чувака, наберешь, не берут меня в пати. А, в ЛС ему писать? Как у него там правильно? Джа.
Я написал ему, что я не хору, может зайти на стрим и убедиться. Ну, попробую кошек тогда с соло забирать. А, я сейчас не заберу, их, надо 16% качать еще. Не знаю, тишина. Там стол упал. Эти с 51-го. Не знаю, он ничего не отвечает. И тут пасси не принимает. Это он что ли? Это его белки что ли? Я просто не могу понять. Это он белок качает себе что ли? Потому что эта белка вообще не шевелится. Она зашевелилась, когда Джаджа привел мобов. Не знаю, тишина какая-то прям. А, я не знаю, что-то молчат вообще, блядь. Я ему в ЛС пришел, молчит, эти белки молчат, не знаю, вообще не понимаю. Не возьмет на кач. Пишет нет. Хе-хе-хе, заебись, блядь. Пиздато, мне нравится, блядь. Пиздато, чё. Не берет, говорит, на кач. Говорит, не хочется брать на кач. Я в ахуе, блядь. Вот она, дизмораль ебаная начинается. Поэтому вот с таких вот, блядь, жадных ублюдков, нахуй. Можно просто, блядь, идти нахуй за кор играть. Нет, почему минус 50 шопа? Нихуя, не минус 50 шопа. Я сейчас пойду в другое место. Вот реально, можно идти спокойно играть, блядь, нахуй, за белок, блядь. Ой, за кор, нахуй. И просто их разъебывать, всех этих качеров, блядь, и все. Give a fuck about your
Просто надеюсь, что меня сейчас не убьют. Я пойду на попоры, бля, сейчас приду. Пойду, знать, что в этот играть, блядь. В раз нахуй пойду играть и все. Не буду париться. Я вот веду, поруч себе веду. Этим я сейчас и занимаюсь. Не, мне просто интересно, почему так. В чем типа проблема? Бля, где допы-то, блядь, вот. В чем сложность? Так и будут, значит, качаться. Медалька выпала. Сразу. Что не может не радовать. Только 85%, грубо говоря, было там с копейками. Не, нормально, можно здесь постоять до 51-го. Только там акар уже, блядь, накачан на кошках. Вот это проблема. Типа, я знаю, пойду, значит, куда-нибудь в другое место качаться. Не в Зе буду стоять. Хотя я сейчас 51-й сеап, но я помогу туда на кланов пойти вниз. Да, по идее. Можно. Сколько здесь кланов? Жабы. Кланы на 51-м. Тут бить мобов. Не, то что здесь топ качат, да, это я в курсе. Тут топ качат, я знаю. Да, на туре на ТП-шке прям написано, что это топ-кач. Лучшее место для прокачки персонажа 50-55. Ну да, да. Тут до 60-го можно качаться, я до 60-го подкачался. Вон, Джаджа сейчас пробежался этим магом. Вот, Джаджа пришел, смотри, блядь. Сейчас будет меня сливать, блядь. Не стал меня сливать, блядь. Я просто не понимаю прикола, блядь, почему, в чем проблема меня взять на кач, блядь. Вот вообще не понимаю от этого, блядь, прикола. Типа то, что если я себе помогаю корой себе качаться, это типа, ну, ничего не дает. Ну просто реально, если такая дизмораль дальше пойдет, я просто хуй все забью, отдам ребятам то, что мне дали, блядь. И пойду реально играть за кор, блядь, и все. Вот реально просто буду. Да, похуй, что они тащат. Буду играть за кор, нахуй. У них такой дизморали нету, блядь. Забью хуй, блядь. Тут хуйня, блядь, типа. Почему не берешь на кач? Не хочу, ебать. Охуенно, блядь. Вот это ответ, блядь.
Да, конч за 300, да, вот я, ну, типа, я никого оскорблять не хочу, просто я не понимаю вот этого прикола. Паттер Акро вводит мобов, качает белок, я так понимаю, это его же белки. И он, ну, не хочет меня брать на кач. Непонятно по какой причине. Просто пишет, не хочу. Не хочется брать меня на кач. Хуй его знает. Ну, блядь, не хочется, не хочется. Похуй. Бля, медальки сыпят хорошо. Бля, ну кач слабый, слабый кач. Пойти, может, два банана купить, блядь. Апнуть 51-й. Респ долгий. Тут респ долгий какой-то. Сколько, блядь. Без допа я буду бить. Ебать, по 3700, нахуй. Просто тычка. Бля, я скилл даже не хочу давать. Давай рассечение. С рассечения, надеюсь, не убью. Тем более без допа. Мисс. Сколько у меня точности, блядь. А у меня точности вообще нет. А, я могу крицет одеть. О. Страшно. Мисс. Пульбит. Ой, блядь. Потестил, блядь. Решил потестить, блядь. В кульбит нахуй сложил для себя же. Тестер, блядь. Че, два нет смысла, за полчаса тапнешь уже один максимум, да? О. Согласен тоже, конечно. Сука. Так, говорит, потестил дамаг, блядь. Потестил я. Вырубили, блядь. Просто, бля, в кульбит упал. Ну, я, наверное, и в рассечение упал бы, скорее всего. Это без допа еще, блядь. Я ударил. Так, сейчас попробуем. Надеюсь, я не упаду, блядь. Красиво сделать все. Не, красиво не получится, блядь. Что, они меня ударили, блядь? Мисс. Я без контра, блядь. Что нахуй мисс, блядь? Сейчас упаду. Ничего себе. Я не упал. Я не упал. Пау. Сколько, блядь, один с косарей у меня уебал. Жестко, пацаны, блядь. Жестко. Жестко и больно одновременно. Насколько я получаю за поляну? Проценты 2, наверное, 2,5 под медалькой. Почти 90, о, почти 89 было. Да, вообще нихуя кача не купит. Хуйня кач, очень мало. Меньше 2% я тут получаю. Блять. Хуйня, хуйня. В ГЧ, что ли, пойти? Добить
добить левел в ГЧ. Да, я думаю, в ГЧ можешь пойти добить этот левел. Я просто не знаю, сколько в ГЧ там будет. Не, если... Да, я только что просканил, но в собаках никого нету. Но там Джаджа, блядь, собирает. Мне кажется, он и это... И собирает, блядь, с кошек. Больше, чем уверен. О, кстати, можно... Там же есть эти... Пойду-ка схожу вниз. Там же есть жабы, которых можно сагрить. Жаб привести чисто. Они же с 50-го жабы. Нет, он кошек тоже собирает, я посмотрел. Кошек он тоже собирает. Ну, тут 4 жабы для всего. Ну ладно, 4 жаб приведу хотя бы. Пока медалька есть, хоть 4 жаб убить. Сколько я их буду бить, блядь, не знаю, они жабы же, они жирные, капец. Блядь, тут реснул, ладно, соберу туда всех. Сразу. Пока медальки есть, попробуем. Так, что тут жабы остались, да? На жабы жирные, их долго бить. А, нет. Не сильно жирные. А, ну, кстати, походу с жабами прям хорошо. Больше получил процент. Надо жаб тоже собирать. 4-4, а без жаб был меньше. Походу, мне за жаб хорошо идет. Это за счет жаб мне насыпало. Именно за жаб мне хорошо насыпало. Надо жаб собирать. Тут всего 4 жабы, к сожалению. Да-да-да, за жаб очень хорошо. Я прям почувствовал этот кайф. О. Так, надо же сейчас жабы резнуться. Я пойду наверх. Наверное, тут наверху тоже резнуться как раз, я думаю. Клана с 51 тоже плохо, конечно. Так, до скольки у меня? До 40 минут. 6 минут у меня есть. Мне за 6 минут надо, чтобы жабы резнулись, я их собрал. И вверх еще собрать. За 6 минут всех убить. И почти апнусь. И потом на кошечек. Кошечки, как ушел на очки. Так, тут резнулись. Жабы тоже, кстати, резнулись. Подождать, чтобы они на меня сагрились, потому что если они на меня... Если я их буду тыкать, то меня сагрятся еще кланы. Это лишний геморрой. А, нет, тут не 4 жаб. 5 жаб. Так, все, жаб всех сагрю. Идем наверх. Да, надеюсь, меня там никто не сейчас нет, а не шлепнет, пока я снизу жоп веду. Пока еще никто не шлепнул. Надеюсь, я не шлепнул. Напишите, сколько там сейчас у меня процентов в чат. Сейчас засечем, я что-то до этого не засекал.
Да, 94,4. Хочешь сказать, что я уже, блядь, качал там вон сколько, блядь, процент. При этом не убил мобов еще. Короче, на жабах топовый кач, блядь, оказывается. Себе. Ну да, 4-4, все правильно. Ну все, можно жаб не собирать, а сейчас здесь респ собрать и ап на 51, в принципе. Даже без медальки. 1-2 я должен апнуть здесь. Потому что медалька закончится через 3 минуты. 4-4. Ну да, да, 4-4. Ну жаб, здесь за счет жаб. Потому что без жаб я получал чуть меньше 2%. Жабы прям тащит. Жабы — это заебись. Привет, Димон, как ты? Здорово, здорово. Да, все нормально, нормально. Все нормально. Пойдет, пойдет. Сам как? Где обитаешь? Всех собирает, фат. Убивая весь трэш выше, шанс получить... Сейчас, блядь, сейчас, подожди, что-то... Короче, получить, что, шанс чего? Типа медалек? Больше медалек? Ой, там же еще наверху какие-то мобы есть, да? По-моему. Так, должен апнуться, по идее. Элефанты упали, да, вот. Какой-то квест сделал. А что я сделал квест, не знаю. Не суть. О, 4 медальки. Это хорошо. Убивая весь трэш выше, шанс полутать еще медальку. Да, да, там просто эти, блядь, богомолы. А богомолы очень плохо ставятся в крит. Прям безумно плохо ставится в крит богомола. Плюс они кидают пески, а если еще какой-нибудь хоть один богомол, не дай бог, выйдет из крита, кинет на меня путы, и это минус кач сразу опять. Каждый раз так тоже не хочется делать. Так, кошки вроде свободные, да? Надеюсь, Джаджа их тут не будет собирать. Хотя он вроде их как собирал. Так, я погнал кошек тогда собирать. Так, что-то я какой-то медленный стал. Кора прям очень медленная какая-то. Сейчас пока затестим. Посмотрим, сколько кошки будут бить по мне. Что с музыкой, блядь? Музыка не играет. Оно и тоже, блядь, играет. Разве нет? Так, сейчас посмотрим, сколько кошки будут бить по коре. Ну, ударьте хоть. Я не вижу сколько, но особо немного. Ой, блядь, потерял нахуй кору, блядь. Что, поехали без медальки? Без медальки будет. Бля, я их еще, наверное, долго бить буду.
Что-то прям совсем мало капает. Не, ну может, если я убью, будет гораздо больше, конечно. Это без медальки. Еще можно понять. Ну и с них медалька не так часто падает. Пока 1 и 2. Начал убивать их. Убил всех. Бля, 2%. А, бля, 2%. Это, бля, что-то такое себе, блядь. Пойду я, короче, коры наверх. Еще кланов и жаб буду приводить, короче. Вместе с кошкой, наверное, так буду делать. Только, наверное, буду делать так, чтобы не водить богомолов, короче. Придется круг делать небольшой, чтобы богомолов не цеплять. Ну или по краю как-нибудь проходить, не знаю. Я не горю желанием богомолов водить. Это вообще страшно их водить, блин. Так, ну я уже начал тут собирать. Внизу вроде кошки еще, да, не резнулись. Так, ну если по краешку. Опять жабы отстают. Приходится возвращаться. Сейчас сагрится богомол, блядь. Один крайний тут был. Я не сагрился. Так, кошки еще не резнулись там. Кошки еще не резнулись. Я уже богомолов веду. Ой, богомолов, блядь. Кланов и жаб уже веду. Надо вместе с кошками. Побегаю пока, подожду, пока резнутся. Ай, блядь, кританул-то так. Да, пока не резнулись. Ну, буду бегать. Кругами. Вот орек, вот и кошки резнулись. Хорошо. Блядь, ну я так и откинуться могу, конечно. Бьет больно, блядь. 2 и 1 у меня где-то было, да, по-моему, процентов. 2 и 1. Не, ну вот так вот чувствуется кач, когда просто кошек бил, не чувствовалось, так вот чувствуется. Уже считаю 0,9. Наверное, так и буду водить тогда лучше. Кланы попадали. Медалики так и нету. Все, все попадали, остались кошки. А, сколько сейчас получилось? 2,9 получается. Чуть больше. Чуть-чуть больше. А медалька так и не выпала. А еще у меня короче не откинулась, блядь. О, эти скачи ушли. А что насчет того, чтобы приводить эльфантов, где синие ящеры и кошек еще отсюда? Ну его нахуй. Потому что что-то прям очень слабый кач. Очень слабый. Нужно до хрена
что водить и кого водить, чтобы был хорош кач. И до хрена мобов я тоже не могу водить. У меня король, блядь, не в 70-м сете, чтобы всех водить. Он тоже умирает. На ЧВ ушли, ну тоже верно. Я не хочу ничего идти. Ну не то, что не хочу, мне там нет чего делать. Этим ЧВ. Ну ладно, пусть ничего идут. Мне по-хорошему тоже можно было начало сходить. Только не знаю кем. Или кор, или белкой. Полутать. Ну, коры у меня больше шансов полутать, чем белкой, конечно. Ой, у меня, кстати, из-за того, что я апнул 50-го, у меня разве не появился новый квест? На голду. На голд бананы вот эти. По-моему, у меня должен был появиться квест. Если я не ошибаюсь. Появился, да? Бля, как, а что там за мобы, не помнишь? Пойти сделать, может? О, медаль упала. Не, не пойду. Медалька упала. Надо вот это, кстати, отсюда убрать. Так, все появились на рапторов вроде. 15 рапторов зи. А, точно, точно, точно. Вспомнил, да-да-да. Рапторы в зи, точно. Ну да, похуй, рапторов, короче, красных маленьких, да-да-да. И уже пятикашные, да, нужны бананы, наверное, там. Пятикашных у меня есть 5 коробок. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь стеков. Угу. Кстати, надо пятикашные банки уже выставлять для себя. Так, интересно, я успею покурить, пока реснутся эти? 5 пачек надо? Ой, хорошо. Или я не успею покурить? Надо было сразу, наверное, идти курить, да? Я не знаю, бля, вроде, может, скоро сходить началось все-таки. Хорошо бы. Сходить коры начала, по факту. О, респ, хуя себе быстрый. Шикарно. Раз, сейчас посмотрим, сколько там будет у меня. Под этой, под медалькой. Так, 7.1 у меня. Посмотрим, что под медалькой. Ну, уже, блядь, 0.9. Ну, пусть будет 7 ровно, чтобы не запутаться. Типа, ровно 7 было процентов, грубо говоря. Не запутаться. Ну, уже 2% прилетело. Да, но под медалькой, конечно, совсем другое дело. Тут еще медалька из 2,5. Ой, блядь, чуть нахуй не проебался. Да пока пиздел, забыл, блядь, что массу надо прожимать. Сейчас бы сдох, блядь.
Ебать. Сколько это? 6%. Бля, вот это уже нормально. Вот это уже похоже на пиздатый в каче. 58 минут. Пойду-ка покурю. Как раз приду, они уже могут, должны резнуться. Сейчас приду. Так, сколько у меня времени есть? Целых 4 минуты. Норм. Как раз 4 минуты я их убью. Ну, подойди ближе, кошка. Блять, не откинулся, но. Так, где доп-то, понятно. Половина кошек упала, половина нет. Тут дамаг вроде одинаково проходит. Все кошки упали. Так, ну я...
пойду сейчас делать квесты по-любому. Шел откат. Пусть не потрачу еще потом шоп. А коры схожу на ЧВ. Так, квест. Задание, да. Диалог. Хорошо. Не пропадают. Вставляем. Медальки выпали. Хорошо. Квест надо брать. Еще героя. Задание. Мацараптор. Ой, еще и бабки дают. Хорошо. Так, ну все, пока так. Что творится? Типа, короче, дерутся, да, все дерутся. Ух ты. Пойду попробую белкой помогать. Там чисто чистить, дебафить. Не знаю, что из этого получится. Попробую пробежаться. Упор, РГ, кресты. Убивать я не все равно не могу. Буду хотя бы как-то чистить. Может, дебафить кого-нибудь. Если не буду падать в тычку. А я буду падать в тычку. Инвентарь надо чуть-чуть повыше поднять. Так-то. Mm-hmm.
Блять, у них только кресты, я, наверное, не пройду здесь. Мне надо как-то через серп, что ли, пройтись как-нибудь. Наверное. Блять, где я потерялся, блять? Вот сюда. Что-то ты долго качаешь. Здорово. Да, я и не тороплюсь. Я не задрочу, я выделяю в день там. Ну, не в день, а когда есть свободное время. Часа по 3, по 4 на игру. Так что нормально. Я сутки качал бафы только, блядь. Там немного дебафы. Так что вполне неплохо, нормально. Развитие идет потихоньку. Это типа утром надамажили, что ли, так хорошо? Аж чип 50% был. Походу надамажили знатно. 50 шмотки, 53, 55 надо оставлять. 55 надо оставлять. 53. 50. До 55, наверное, буду бегать. В этом. 50 с этим. 55 ап, но до 55 сет буду делать. Да, медленный дамажит, очень медленный дамаг, это значит там это прям кора знатно дефится. Ой, лагать начало. Ой, лаги. Да блять, вот так. Ой, надо, чтобы отлагало. Лагают. Да, вообще не дамажит. Чисто дерутся. Тут кого-нибудь дефит, что ли? О, да, коры дефит, отдефились. Считай. Чего будет поход долгая. Давай вот тебя буду дефить, что ли. Чистить точнее. Дикобраза можно, в принципе, да? Ой, ебать, сразу откис. Я говорю, просто масса в любого чувачка, и я сразу откисаю. Любого персонажа масса прилетает, я умираю. Закончилось. Так, серп. Да, но мне нет смысла туда себя бегать, надо как-то это немножко дождаться. Сейчас все побегут на серп.
Так, у них рогосерп, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Не понимаю, что происходит. Что-то происходит, но непонятно, что происходит. На ЦЦЦ снова, да? Пакерский чип пошел. Ух, зачесалось, блин. Бля, чё, идти, не идти белкой? Чё, блин? Или уже коры чего отбегать, я не знаю. Мне-то на данный момент все равно, кто чего возьмет. Я был оставаться, качаться и все, блядь, ебать мозг, блядь. А я что-то, блядь, не понимаю, как, чё лучше, блядь, куда пойти, хуй его знает. От коры идут в ДФ, походу. Судя по всему. Так, ладно, похуй, пойдут я белкой. Кора по-любому передамажит. Кора ебать, как дамажит жестко. Пойду белку. Непонятно просто, кем идти, куда идти, блядь. Чтоб полутать. Либо белкой, либо корой. Поэтому решил, пойду-ка я белкой, похуй, типа. Что получится, то получится. Что страшно. Не полутаю, нихуя страшного в этом нету. Вау, кору пиздец дамаг, конечно, жесткий. Очень жесткий дамаг у кор. Блять, да блять, застрял. Еще какое-то ядро. Че ядро было? Сейчас что-то проебался. Что-то криво я побежал. Ну ладно. Похуй. Уже побежал. Стопорнулся дамаг.
пошла ядерная война, бля. Привет, я слышал, у тебя там какая-то кора есть, что за кора? Привет. Да, я когда играл здесь еще. До. Ну, я вот вернулся, получается, сегодня третий день, как я играю. Ну, типа, у меня была кора до этого. Кора ББшник. 66-й левел. Ну там ничего такого пиздатого нет. Из всего пиздатого, наверное, это Леон Копа плюс 6 и все. 65-я. Этой коры я сейчас помогаю себе мобов вожу там, чтобы качаться было более комфортно, чтобы магом не водить мобов. Так, коров деф вернулись походу. Да, Макс топорнулся. А, ну да. А какая-то кучка кор осталась дамажить чип. Если не туда, не туда, наверное, откинусь. Там умру, тут умру, везде умру. У меня дамага-то нету толком. Так, кого можно чистить? На, вот 70-я белка маг. Вот давай я буду тебя, если что, чистить. Короче, выгонят нас. Там еще дамажит. Какая-то маленькая пачка там стоит, дамажит. Одна пати, наверное. Бля, ебать, да? Сколько сервак живет и сколько до сих пор народу играет. Будний день, дневной ЧВ. Рабочий день, дневной ЧВ. И вот сколько, да, народу играет. Вообще пиздато. Ну чё это 70-й, блядь, Макс стоит, блядь. Ничего не делает. Для чего я его хочу чистить? Вот этого можно, да, похилить, почистить. Бля, но если я подойду близко, меня и шлепну, блядь. Так, не, он не выживет. Здесь он не выживет. Бля, потому что меня уебут, блядь, если я подойду. А тут все, город дожимает прям. Мявы катаются. Чувак, ты хоть себя почистил бы, прежде чем доставать посох, блядь. Ой, все, он откинулся. Да. Всех, считаю, уебали. Тут осталось вообще, блядь. Бля, что-то... Из-за свечения, конечно, тормозит. Тормозит из-за свечения прям. Знатно. Тикообразом чистить можно, в принципе. Ну да, вот кора две расы, блядь, просто дефит. На изи. Еще и дамажит, блядь. Они 12% снесли, при том, что еще дефится. А дикообраз типа че, блядь, с одноруком бегает? Паттер с одноруком? Он тупо сестра раздает, наверное. Я его просто чистить хочу. Я думал, он дерется, а он просто расист и бегает, раздает по читам. Ой, блядь. Или он одна ручка ебашит. Тоже непонятно. Кого чистить, кого хилить, блядь. Ну, вот я сейчас подойду его почистить от песков и я откинусь. Я говорю, одна масса просто прилетает в кого-нибудь. Если меня задевает, я труп. Сразу. Да, нас выгнали. Считай, что нас выгнали. Бля, ну мяу, он катается. Они реально ебашут, что ли, здесь? О, донжер, донжера вижу, блядь, брат, донжер, брат. Я тебя вижу. Не, нас выгнали.
Кто? А, откуда она здесь появилась, блядь? Просто подошла, тычку меня дала и ушла. Охота на маленьких левел, блядь. Охота на пиздюков. Ну чё, есть смысл бежать-то, блядь, или уже нет смысла нестись туда? Я забыл, кстати. Серп, да, я так понимаю. РГТ это РГ серп, по-моему, если не ошибаюсь. Бля, я, кстати, ДСУ даже не взял. АЦДФ, ебать там точек. Ёпта. Посраться не встать можно. Откуда у меня 1300 ОС за сегодня? Я же за кусты могу, да, дать ОС-ку, точно. Наверное, за какие-то кусты получил ОС-ку. Точек нахуй. АЦЦРГ. КАЦЦ. АЦЦ идут. Так что, на АЦЦ идти или куда, блядь? Наверное, на АЦЦ. Сейчас посмотрим. Расканю краги. Пойму, куда идти. Это, блядь, одна команда и все, блядь. Ну да, кора на этом, на АЦЦ. Все правильно, да. Кора на СС. Пришли. Они ебать дамажат, конечно, пиздец. Снесли просто чип. Со 100% до 17. И мы с 50 до 8. Что-нибудь сделать, подебафать.
Да, ебать тут кор нахуй. Бля, мне нравится, тут пишут, секуны в две расы, блядь. Ну это, что такое, блядь? Они в две расы въебывают. Еще пишут, что мы секуны, блядь. В чем прикол, блядь? И они хотят, блядь, по КД все время все забирать, все выигрывать. Блядь, это тоже неправильный смысл. У них экономика от этого тоже нарушится очень сильно. И будут они до точки продавать, блядь, по 10 копеек. И покупать также. Потому что будут просто уже все переточены, эти до точки девать некуда будет. Опа. Что ты делаешь? Снять себе бафы ББшные, блядь, по-любому нахуй. В маготанке бегаешь. О, смотри, что делают. Смотрите. Оба. Ой, Ямато за мной идет, блядь. Сразу сейчас меня убьет, блядь. Как они зашли так с этим, блядь? Потихо грусти, блядь. Кто меня пиздит? Кто? Кто меня пиздил? Вдруг я добью. Нет, не добил. Не добил. Ой, а чё, мы гоним кор, что ли? Серьёзно? Что ещё? А, вон, елка какой-то бегает. Ну его хрен убьёшь, блядь, он в танке. Пусть там стоит. Кор уже здесь. Белок что-то мало. Акро есть, а белок что-то нет. Бля, хреновая позиция. Хреновую позицию мы выбрали для драки. Они на горе, им проще драться, блядь. Нам вообще хреново. Бля, мяу так встала, блядь. Сина убили. Ловим всех, блядь. Если кого поймаем, вот эту надо. Опа. Масухи, пацаны, мило. Зачем я это делаю масухи, я не знаю, конечно. Ну ладно. Там все равно не по дебафу было ничего. Давайте, 70-й сет, залетайте. У меня нет смысла залетать. Я сразу же откинусь. Что, все залетели, что ли? О, тогда я залетаю. Юди. Наружно Белата. Страшно. Блять, вообще. Влились, пацаны, вливаемся. Бля, лагает что-то вообще. Надо убирать, короче. На ЧВ, блять, нужно убирать эти штуки. Как они называются? Как оно, блять, называется? Свечения вот эти надо на ЧВ убирать. Со свечениями вообще жесть. Ну, сука, ну вот зато так красиво, блядь. Никто в спину там не идет, но попроскать. Вроде
Кур в спину нету. Нет спина. Кур. Кур, блядь, кур вон, ебать. Долблевый, да, походу? 1%. Вот и ядро. Как чуял прям. Что ядро будет. Сейчас коры всех выдавят. На 1%, бля. На 1% сейчас всех выдавили. Сейчас будет тяжко зайти, блядь, и как-то добивать, блядь. Это вообще пиздец будет. Бля, ядра решают, пиздец. Ядра прям очень хорошо решают. Не-не-не, давай, я не хочу здесь стоять, блядь, это у меня нахуй масса заденет, блядь, я сразу в тычку упаду. Сейчас нас скоро выйдет, да, нас скоро вышли, нас очень мало. Горничную, блядь, что, не убить не можете? Что, давит? По 0% в натуре давит. Я себе. В натуре давит. Пейте чип, чуваки. Белка. Лутаем, лутаем хоть что-нибудь, блядь. Сейчас я знаю, что я умру, но хотя бы полутать. Все, я умер. Ну, хоть 7 коробок. Ну и ладно. Зато полутал 7 коробочек. Неплохо. И чё, слутал голда. Опа, да точка, опа, да точка. Опа, да точка, голда, голда. Коробки. Голда и коробки. И да, 3 до точки целых. Кардос. 3 до точки, это топ. Коробок. Соло малая цифра 61. 70. Ой, что у меня эти закончились, блядь. Гены уже. Надо гены покупать. Бля, сколько они работают-то? 48 часов, 2 дня, да? Но сейчас я их покупать не буду, потому что сейчас буду уже оффить стрим, заканчивать, в принципе, играть сегодня. Поэтому нет смысла сейчас покупать. Ну это 3 до точки, это сильно. О, еще и доставил. Хера себе, красавчик. Так, красавчик. Так, ну все, я стрим заканчиваю. Все, всем спасибо за просмотры. Всем до завтра. Завтра буду стримить, сегодня по делам надо сгонять. Да, квесты бы еще, конечно, сделать, я чуть забыл. Про рапторов. Ладно, пусть потом рапторов.